Александр Балыков – артист мюзиклов, певец, композитор. Родился в Челябинске, но еще в детстве переехал с семьей в Барнаул. Сейчас живет в Москве. Финалист популярного проекта «Фактор А». Вы простите, но в это мгновение я хочу поздравить вас с днем рождения. Это дало возможность показаться Александру очень-очень убедительно и очень, так скажем, хорошо. Александр со своей музыкальной группой «Новые голоса» уже известен новоуральцам. Приехали московские вокалисты в наш город и в дни празднования юбилейных торжеств. Съемочная группа новоуральской вещательной компании встретилась с Александром Балыковым 5 июля, незадолго до официального открытия праздничного концерта. Александр, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что согласились дать нам интервью. Вы ведь в Новоуральске не первый раз? Да, действительно, мы в Новоуральске не первый раз. И не только я один еще. Самое интересное то, что приехал в Новоуральск вместе с проектом «Новые голоса». И этот прекрасный город, он понравился нам с первого же раза. И нам захотелось приезжать сюда вновь и вновь. И, в принципе, в последнее время так и получается. И мы уже давали сольный концерт в прекрасном театре драмы, музыки и комедии. И давали концерты для сотрудников химкомбината. И что самое интересное, хочется заметить, что публика в Новоуральске очень, скажем так, подкованная. Публика в Новоуральске знает оперные арии, знает арии-опереты, знает мировую эстраду. И это слышно по аплодисментам, потому что как только начинается даже ария «Мистера Икс», с первых же секунд вступления зритель узнает эту арию и начинает аплодировать. Это дорогого стоит, это значит, что в этом городе культура на очень высоком уровне. Ну, это действительно так. У нас практически в центре города стоит театр. Раньше он назывался оперным театром. Поэтому действительно ценителей классической музыки очень много. Именно поэтому, наверное, им по душе пришелся ваш проект. Ведь вы там как раз, по-моему, на классике основываетесь. Или нет? Или я ошибаюсь? Проект «Новые голоса» он основывается не только на классике. Он уникален по нескольким причинам. Во-первых, это собрание вокалистов, которые являются солистами. Это не хоровики, которые собрались в один коллектив. Каждый участник проекта «Новые голоса» – это своего рода сольный исполнитель, и имеющий свой вкус, свой репертуар, свой стиль. И поэтому репертуар коллектива «Новые голоса» может удовлетворить любого слушателя, потому что мы исполняем и классику, и оперетту, и русские народные, и мировую эстраду, и советскую эстраду, и даже делаем ремиксы на современные песни, которые вы сейчас можете слышать на современных радиостанциях. Поэтому все наши концерты, они показывают полный спектр музыкального искусства. Вот этим и отличается наш коллектив. Ну и, конечно же, индивидуальностью каждого исполнителя, потому что каждый участник проекта индивидуален, и невозможно это с чем-то сравнивать. Ну вот какие у вас голоса? Я, допустим, единственный эстрадный исполнитель в коллективе. Миша Давыдов у нас солист оперных театров, он поет оперу. Также у него получаются очень хорошо советские песни, когда как раз опера была в самом-самом расцвете сил в нашей стране. Павел Иванов, Иван Викулов – это оперетта, с ними никто не сможет сравниться. Игорь Милюков – это народные, Дима Янковский – участник мюзиклов. И в этом и ценность коллектива, что каждый представляет свой определенный жанр. И каждый, можно сказать, лучший в этом жанре. Yeah.
Вы работаете в Москве в разных В разных музыкальных театрах мы работаем. И, в принципе, получается даже совмещать работу проекта «Новые голоса» и работу в театрах. Всегда находим какую-то замену. У всех на протяжении уже 5 лет, у каждого участника «Новых голосов» появились дублеры в театрах, потому что концертов все больше и больше. Мы стали много гастролировать по миру. И нужно в театре вместо себя оставлять замену. Поэтому уже сейчас, в принципе, проект «Новые голоса» для участников переходит уже в приоритет. Несмотря на то, что у каждого есть какие-то свои сольные амбиции. Вот, допустим, я тоже занимаюсь сольным творчеством, пишу свои песни, пишу музыку и снимаю клипы, которые, кстати, можно и увидеть и на различных музыкальных каналах. И это не мешает развивать параллельно проект «Новые голоса». Мечтал я и ждал, что когда-то ко мне мое счастье придет, но от твоей красоты вмиг растворились все мечты. И с тех пор я молчу, но как будто кричу и не знаю, чего я хочу. Если вы все работаете в разных театрах и даже в разных жанрах, а как вы встретились и создали этот проект? Это уникальный случай. В Лос-Анджелесе планировался проект, планировали снимать проект под названием Russian Tenors, русские теноры. Это проект о том, как русские оперные певцы приезжают в Америку и, показывая свою культуру, завоевывают мир. На протяжении 3 месяцев шел кастинг. Прошло более 7000 вокалистов, из которых осталось только 15. И именно эти 15 счастливчиков уехали в Лос-Анджелес. То есть это конкретно российские или русскоязычные вокалисты? Это только русскоязычные вокалисты. И эти 15 человек, они уехали в Америку и познакомились только в Лос-Анджелесе. И, в принципе, проект «Новые голоса» интересен еще тем, что мы все с ребятами познакомились в Лос-Анджелесе и вместе жили 4 месяца в замкнутом пространстве, снимая шоу, давая концерты по Америке. И там, конечно, мы прошли очень такую хорошую проверку и как профессиональной деятельности, так и человеческими факторами. Потому что очень важно, чтобы в коллективе все люди друг друга уважали, ценили как люди. И у нас это, в принципе, получается. А проект, конечно, в России не так был популярен, как в Америке, но когда мы вернулись в Россию, мы решили это дело не оставлять и все-таки создать свой собственный коллектив, который сейчас уже набирает обороты и в Европе. И что самое интересное, все чаще и чаще мы уже несколько раз в месяц мы уже пересекаем границу в Европе, где люди с удовольствием ходят на русскую музыку, с удовольствием слушают профессиональную российскую оперу, эстраду. И что самое интересное, в Европе люди знают наши российские песни. «Дорогой длинною» поет весь зал. То есть это не то. «Дорогой длинною» весь зал всегда поет. То есть даже иностранцы, не иностранцы, только наши, да, которые ходят на наши. А в Китае знают люди русскую музыку еще лучше, чем наши русские люди. Потому что, в принципе, они стараются быть похожи на советских людей. И гастролируя в Китай, мы с уверенностью можем знать, что зал будет хором петь песни «С чего начинается родина», «Вставай, страна огромная». Все китайцы знают русские песни. И на самом деле русская культура, она настолько богата, что она востребована во всем мире, как ни крути. Если это сопровождается еще хорошим качеством, если это сопровождается актерским мастерством, если ребята выходят и поют от души, то неважно, на каком языке ты поешь, русский язык понятен любому человеку во всем мире. Выйду ночью в поле с конем, да с конем.
о гастролях заговорили. А у вас есть райдер? Райдер есть, конечно. Ну и что там? А мы пока стараемся не пижониться. Угу. Мы пытаемся только обеспечить себе самое-самое необходимое. И то не всегда организаторы это обеспечивают. Райдер очень простой. Нам необходимо там из технических соображений там, чистая сцена, микрофоны, угу. хороший звук. Угу. И если углубляться уже в марки техники, я думаю, нашим зрителям будет не очень интересно. А по райдеру проекта по бытовому, если разговаривать, да, конечно же... Конечно же, всегда приятно артистам, когда организаторы встречают хорошо, когда в гримерках есть какие-то небольшие закусочки, потому что как бы легко на сцене не смотрелось выступление артиста, всегда в антракте хочется зайти и что-то перекусить, потому что огромное количество энергии ты тратишь на сцене. И мы даже по несколько раз переодеваемся не для того, чтобы попижониться и показать, угу. что у нас есть несколько костюмов, а потому что просто через несколько песен они становятся уже мокрыми. Когда ты поешь вживую, когда ты отдаешься зрителю полностью, тебе, конечно, очень тяжело, и хочется, чтобы это все всегда к тебе же возвращалось. И в основном так и получается. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. В них везет в этом так, что просто беда. Да? Что случилось? Сегодня на Уральске утром встретил я девушку. Но на этот раз я здесь остаюсь аж на целых 3 дня. Скорый вагон пошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула свет, лишь рукой помахала. В каждом городе бывает очень по-разному, но Новоуральск сразу, я говорю, нам понравился, потому что здесь встречают по-русски, здесь встречают вот хорошо. Вы опередили, Александр, я не успела задать как раз тот самый вопрос, как встречают в Новоуральске. И раз уж вы не первый раз у нас, надеюсь, еще приедете. Я с удовольствием приеду, тем более, что в Новоуральске настолько гостеприимно встречают, что нас в аэропорту встретили, по дороге 2 раза накормили, хотя ехать недалеко. Привезли, спросили, что вы желаете, экскурсию. Мы съездили на экскурсию на химкомбинат, посмотрели на эти центрифуги, которые вас пустили имеют... на комбинат? Нас ничего. Пустили везде. А мы же свои. Ну, что ж такого-то. Вот, посмотрели на уникальные эти, те самые центрифуги, которые угу. крутятся со скоростью 1500 оборотов в секунду. Это трудно представить себе. И все наши поездки по Уралу, все наши поездки, кстати, благодаря корпорации «Росатом», они сопровождаются теплым, хорошим приемом. И у нас никогда нет претензий, мы с удовольствием всегда, даже боимся говорить слово «нет», мы никогда не отказываем, когда нас приглашают сюда. И я, в принципе, тоже занимаюсь своим творчеством, пишу песни. И все чаще и чаще уже гастролирую с сольными концертами. Я надеюсь, скоро приеду с сольным концертом в Новоуральск. И тем более, в принципе, каждый желающий может включить музыкальные каналы РУ-ТВ, Муз-ТВ и другие всероссийские музыкальные каналы и увидеть там мой клип на новую песню «Летай». Даже могу сейчас ее спеть. Для всех девушек Новоуральска песня «Летай». А я летаю с ней над облаками, весь мир под нами, как во сне. А я любуюсь ей, она красива, необъяснима, мне не сдержать любви своей. Любите друг друга. Moi tu n'es pas là. Je veux te jure, être ma tante. Я не могу ей сказать люблю. Она не в силах ответить прощай. Но эти редкие встречи между ними в вечности, как будто они невзначай. Каждый день километры дорог, а потом еще ночи без сна. В суете каждодневной необыкновенно в мою жизнь приходит она. И я летаю с ней на
очень увлекательный получился разговор. Мы очень рады, что к нам приезжают такие гости. И кроме того, что вы как-то дарите нам какую-то часть культуры, плюс еще дарите нам позитив и позволяете нам, может быть, шире посмотреть на мир. Спасибо. Ой, мы с удовольствием будем. Дорогие зрители, приходите на наши концерты, приходите на мои концерты, если я приеду с сольной программой. Я думаю, это будет осенью, кстати говоря. Поэтому мы вас ждем на наших концертах. Будьте счастливы, любите музыку, искусство, потому что оно позволяет вам окрыляться и жить легко и непринужденно. Спасибо большое. Обязательно придем. Ура! Себе не убить, стоит закрыть глаза. Предо мной она, ее взгляд пронзает насквозь. Мне ее не хватает, серьез, но встречаю.